хрен и горчица. И просто очуметь, какая вкусная кошечка будет. Друзья мои, вы такое чудо вы видели? Конечно, видели. Но это все на солнышке, в саду. Самопроизвольно подошло тесто. Вот здесь, на солнышке. Правда, классно. Я сейчас его обвинать буду и буду стряпать пирожочки. Капуста дала сок. Этот сок выстрелил на раскаленной сковороде. И прям у нее класс. Смотрите. Так мы проводим наши будни на даче. Стерилизуются банки, две штуки, и варится сироп. А вот там нашня. Тоже соседка угостила. Красота. Огурчики, сорт Эйколь. Тут вот стоит плиточка с чайничком. Это типа кухня. Но шкафчик еще не повесили сюда. Он висит там, где раньше был. Это из серванта получился там, вот. Мы заменим тут ручки, потом я его покрашу уже в белый цвет. Он пока разложен, но если сложить, будет еще больше места. Вот. Перед этой температурой в том году укладывали. Вот надо. Этот шкафчик будет висеть в другом углу. Это обгревается пока. Обогреватель картинка. Так, пишите. Там еще за печкой место есть для хранения чего-либо. Голубятня там у нас у соседа. Крылышками стучат как. Лягушка, будьте 6 минут, ко мне пришла в гости. Все, так вы на канале Кухня с Позаранку. Веду свой репортаж из сада. Огорода. Хочу показать вам чудо в нашей средней полосе. Вот такое чудо. Вот раз кисточка будет. Два, три. Говорят, не считают. Я для вас специально посчитала. 5 кисточек награды будут на этой веточке. 1-2 года назад. А вот мы посадили нынче. Вот это вот лоза виноградная. Правда, тут еще клубника за ней растет. Сорт лора. Вот этот. Это мы посадили тоже 2 года назад. Нет, обманываю. Не 2. Наверное, этот в том году посадили. Да, на нем нету еще лоз. А вот это вот Аркадия. Он, к сожалению, у меня не прижился. А вот это он. Смотрите, какой здоровый. Это... Он уже срезанный, вот ровно половину мы сделали из него салат. Целый салатник, представляете? У нас вот. Теплицы помидоры. И вот спрашиваю у вас, может кто-нибудь знает, что это за болезнь помидор, или почему они вот такие вот у меня получились, тут тень падает. Не знаю, вам видно? Вот так вот показываю. Вот, обратите внимание, какие они все вывернутые, с темными такими полосками, с какими-то ямками. Вот видите? Разделенные пополам. Вот еще, смотрите. Вот видите, какой вот, я близко прям показываю. Он покраснел, все. Почему вот он такой? Напишите, жду ваши комментарии. Вот видите, набрала небольшое ведерко помидорки. Сливки, которые я очень обожаю. Вот они висят у меня. Сейчас наберу на банку и замариную. Ой, красавчик. Просто не могла вам не снять вот эту красоту. А сладкие такие вообще супер. Такие пупырышки на стволе, смотрите. Что это означает? Тут хорошие профессиональные садовики, садовнички. Как вас назвать? Огородники, напишите мне, пожалуйста, в комментариях, что это такое. Прямо на стволе помидоров такие вот заноски помидорные. А так они покраснели прям на стволе. Вон, видите, висят какие красавчики. Заварила чай. Очень вкусный, даже с яблочными дольками. Видите, яблочко порезала. И вот они, вкуснейшие пышки оладушки. Сейчас мы их со сметанкой, с чаем навернем только. За ушами будет трещать. Мухи, правда, вот те, как они уже достали. Вот это наша полуденная фиеста. Фиесточка. Фиера вот такая вот. Тоже ее посажу. Декоративная. Она в основном используется для ландшафтного дизайна. Это кабачок. Помидоры. Чесночок. Майонез, масло и специи. Ну, конечно же, сковорода. И вот эта вот лентяйка. Чистилка называется она.
А сейчас приготовим офицерский торт из кабачка. Очень вкусный, он слоеный. Обжариваем кабачки на сливочном масле. Сверху помидорчики свеженькие. Промазываем все чесночком с майонезиком, зеленью. Чередуем эти все слои. Такая вкуснятина. А к овощам вот эта вот вкуснейшая рыбка, приготовленная на гриле. До новых встреч, друзья. Пока. Подписывайтесь.